Не убрал тонировку, отправился под арест. В Челябинске привлекли к ответственности мужчину, который проигнорировал требования полицейских. Сотрудники ГИБДД остановили «Ладу Весту». За рулем был 39-летний челябинец. Стекла его легковушки не соответствовали требованиям технического регламента. Я был остановлен за инспекторами ДПС, нарушение режима тонировки. Ранее я был уже остановлен 21 сентября, мне выносилось постановление, или штраф, как называется, тоже за это же дело, 21 сентября 2023 года. Как выяснилось, несколько недель назад южноуралец уже привлекался к ответственности по аналогичному делу, но, видимо, не усвоил урок, и теперь наказание для него определил суд. В административных правонарушениях назначено наказание в виде административного ареста на срок 2 суток, осуществляется срок. На этот раз ему вынесли более серьезное наказание. Мужчина получил 2 суток административного ареста.